4 гектопаскали, без изменений. Сообщите получение X-Ray, Калининград, Храброво, Атис, информация. X-Ray 13.30, заход в ОРДНЕ, ВПП 0.6, эшелон перехода 0.5.0, контрольная высота 1588 метров, огни приближения не работают, последние 150 метров, ВПП 0.6 не используется, рабочая длина ВПП 0.6. 2350 метров. Перелет птиц в зоне взлета и посадки. Ветер у земли 360 градусов 7. Высота 100. Ветер 50 градусов 7. Круг. Ветер 70 градусов 9. Условия хорошие. Температура 12. Точка росы 3. Давление 7-6-8 миллиметров. 1-0-2-4 гектопаскали. Без изменений. Сообщите получение X-Ray.